Всем привет! Вы на канале Наталья Просто Живу. И сегодня я хотела бы вам показать рецепт с баклажанами. Но это не заготовки на зиму, а просто маринованные и очень вкусные баклажаны, которые можно кушать через 3 дня. Ну и вот начало, конечно, как всегда, я все помыла. И сейчас я их буду чистить. Готовила я баклажаны. Нарезала их вот таким образом. Ну, немножко наискосок. Где-то кругляшками получилось. Ну, это по толщине примерно, ну, вот такие вот. 5 мм. И сейчас я их буду обжаривать до золотистого цвета. На 2 сковородках оно как-то побыстрее будет. Обжарила баклажаны и сложила их в кастрюльку. А вот здесь я навожу маринад. Маринад такой. Уже он у меня почти что закипает. На 2 стакана воды 100 мл 6% уксуса, 2 столовые ложки меда, 1 столовая ложка сахара и 1,5 столовые ложки соли. Вот такой необычный маринад с медом. Очень приятный вкус, такой интересный. Мед придает такую пикантность этому маринаду. Как же без специй? Здесь я бросила несколько листиков лаврового листа и штук 12 горошин черного душистого перца. Еще мне понадобится для этого маринада чеснок. Чеснок измельчила через чеснокодавку. Здесь у меня 2 зубка. Я думаю, достаточно. Ну, кто любит больше чесночный запах, берите побольше чеснока. Маринад остудила. И вот сейчас я вот так вот просто немножко перемешаю и залью сейчас маринадом. Просто заливаю их, и они у меня будут в кастрюльке находиться. В общем, как написано в рецепте, баклажаны будут готовы через 3-4 дня. Но поверьте, друзья, они будут готовы уже завтра. Мы никогда не ждем этих 3 дней, потому что они очень вкусные уже через сутки. Попробуйте приготовить. Я думаю, что вам понравится. В рецепте еще добавляется растительное масло. Но они и так вкусные и жирные, потому что когда их вытаскиваешь, на них все равно остается масло. Я не добавляю. А вы можете добавить немножко масла. Ну, может, столовую ложку. Думаю, что достаточно, они больше и не требуют. Так что, друзья, попробуйте, может быть, и вам понравится этот рецепт. Он действительно очень вкусный, замечательные баклажаны. С вами была я, Наталья, на своем канале «Просто живу».